Привет! Привет! Так, это вот что ты делаешь? Играю! Играешься? Да! Сколько ты уже времени играешься? Я? Да! Часа четыре! Так, отдай сюда! Четыре часа он играется! Ты знаешь, что нельзя вообще играть в телефон! А я и не в телефон игрался, я игрался в игру в телефоне. А в игру в телефоне тем более играть нельзя. Ты знаешь, что... А почему нельзя? Ты знаешь, во-первых, телефон вредит здоровью. Вот ты когда в одну точку вот так вот... Подожди, Сорик, я вообще думал, что телефон существует для игр. Телефон существует? Ну вот смотри. Телефон не дам тебе. Телефон существует, чтобы звонить или писать смс. А ты играешься в 4 часа. Ладно, я тогда пойду в компьютере поиграюсь. В какой компьютере стоять? Ну-ка садись. Собрался он в компьютере играть. Я вообще скоро все выключу тебя. Ты сколько? Вот ты чего полезного сегодня сделал за 4 часа, когда игрался? Ничего. Вот именно. А я, между прочим, уже приготовил кашку. Какую? Да. Какую? Овсяную. Ну, прикольно, овсяная каша. Сиди. Я тебе сейчас расскажу. Вот сиди. Знаешь что? Первое. Нельзя играть со телефоном. Много. Почему? Они... влияет на зрение, так же, как и компьютер. Да. Но если... А для чего тогда нужен телефон? Чтобы звонить и писать смс. Все, поддерживаем. А какие смс-ки можно писать и кому? Ну, вот, например, если тебя кто-нибудь позвонил, ты не можешь ответить, сбросил, вот, и написал, я с вами. А я могу написать смс-ку? Бабушка, мы... с папой и с мамой можешь, приедем к тебе на выходные. Можешь поздравить, можешь бабушку с днем рождения, смс-ка. Ну, лучше позвонить. Но это не главное. Это главное, да, что телефоны приносят большой вред. Хорошо, звоник. А тогда в какие же мне игры играть? А вот смотри, в какие игры. Вот, например, смотри, мячик, да? Ага. Можно и поиграть в футбол? Смотри, идем я тебе объясню. Вот это вот, вот, посмотри. Я тебе сейчас объясню эту игру. Вот это вот, вот это вот, вот это вот все, это вот окошко наше, это твои ворота. Ты вот так становишься и должен словить мяч, который я тебе сейчас... А если я не словлю? Ну чего страшного, ты потом научишься. Смотри, становись, становись. Давай, ребята, смотрите, смотрите, смотрите. Так, так, не бойся, лови мяч. Подожди! Лови, лови, лови. Вот, ну вот гол. Да, ты же не стоишь. А, давай-ка еще раз, давай. А давай поменяемся, давай. Давай, давай, давай. Давай. Теперь давай. 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 Ты знаешь, что футбол руками не играют, а только ногами. Ну я просто хотел пошутить. Давай еще раз, давай. Давай. Да. Давай, давай. Что, ребята, забьем Жорику гол? Давай, давай, я тебя жду. Ну, и... гол! Видишь? Ты тоже круто! Такой мерзкий, как я. Сорик, это круче, чем играть, да, в телефон. Конечно. Но вообще футбол нужно играть на улице, когда много людей, команда, чтобы было 10 или 11 человек. Точно! Ребята, если еще играть на улице, вообще, то вообще здорово! Да. Вот это да! Свежий воздух! Свежий воздух! Команда 10 человек, там столько общения! Да, еще представляешь, ты бегаешь и еще тренируешь свое тело и вообще становишься сильным и выносливым. Когда мы будем играть еще раз? Но не сегодня. Сегодня уже нужно смотреть мультик и ложиться. Подожди, давай тогда, ребята, мы сегодня играли в футбол. Да. И я понял, что это здорово играть. Это лучше, чем в телефоне играться или в компьютере. Да. Круто! Ну что, давайте мультик смотреть. Давай, смотри. А давай. Завтра мы покушаем овсяную кашку и пойдем играть в футбол. Давай. Давай, все, давай. Ой, как мы сусам. Давай, давай, как мы сусам. А Лауза любит одна смотреть. Ну ладно, все.